нет перископа. Чего? Он уведомление отменил. Нет, тебе перископ есть, да? Да. А что? Все парни рубятся в Телеграм. Все уведомления? В Телеграм игры. Здорово. Всем привет, да. Короче, сегодня последний концерт перед Питером у нас. Привет-привет. Да, 20-й в туре. 21-й будет воскресенье. Клуб «Аврора», приходите. Да, в Брянск привет тоже. Сори, с интернетом здесь просто на самом деле жопа, потому что мы находимся в клубе, где все с этим не очень хорошо, не очень хорошо также с баром, но... Звук вроде на сцене очень крутой, поэтому сегодня сделаем горячо на концерте. Рау, да, вот только что показывал, вот Рау рядом сидит. Рубится с Новиковым в онлайн-игры, они друг друга, короче, расфигачивают. Во что, что там у вас, дровосек? Хуек. Дровосек, хуек, машинки там и так далее. Спики-фиш. Ну, короче, я предлагаю работу найти просто парням нормальную, пойти там, не знаю, расклейщиками, промоутерами. Как тебе Талибал? Очень хорошо. Я, кстати, надеюсь, то, что вы все видели уже клип Тони Раута и Талибала, который называется «Мне плевать». Мне плевать! Вот. И если вы его репостили, то вам огромное спасибо за... Вы попадете в рай. Вы попадете в рай, да. За поддержку. Голос изменился, да, сломался. Предыдущий тур я выступал с еще детским, несломанным голосом, а теперь все, я стал взрослым. Теперь мне можно теперь ругаться матом, пить и курить. Когда в Украину? Блядь. Когда в Украину? Когда Зазуля, я буду уверен, что когда Зазуля не будет про меня писать в Твиттере, что я плохой и что не стоит приходить на мои концерты. Тогда мы рассмотрим этот вариант. И я хочу, чтобы Зазуля написал у себя в Фейсбуке, что, короче, к топору и Рауту претензий никаких со стороны сборной Украины по футболу. Поэтому про Элуана, ты что, не знаешь историю? Роман Зазуля, футболист, написал, что не ходите на концерты Элуана, потому что он из России. Да. Но мне достаточно будет, если Юджин Коноплянка напишет. Он, как мне кажется, более простой человек, чем Зазуля. Привет из Минска, устроили вы там жару? Чё? Сука, рекорд, блядь! Окей. Да блядь! Это очень эмоциональная игра какая-то. Давайте посмотрим, что это на самом деле. Приезжайте в Камчатку. Я в другую пытаюсь выиграть. Давай. Посмотрим. А ты в какую сейчас? В шарики, блядь, цветные, нахуй. Угу. Хуйня. Хуйня, у тебя 19. Ну-ка. Я даже смотрю, я даже волнуюсь, короче, за Новиком. Пиздец, блядь, я с таким, наверное, лицом сижу. Весь тур, кстати, с нами проехал, первый тур. Так, что это за игра? Короче, в Телеграме приложение, что-то... Гейми, как бы. Чьи игры в Телеграме? Да, игры в Телеграме. И нам делать нечего, как бы, читать невозможно книгу в туре, потому что, ну, в бусе, потому что дороги такие, что книгу подбрасывает, не попадая в строчку просто. Поэтому всякие смотрим там, типа, клипы, тупеем. Это интернет, мы тупеем. Здесь деградируем. Чё, проиграл? Проиграл. Разъебался. Неудачник. Да хули, я на первом месте, ёпта. Да бля! Конечно. Так. Всех разъебал. А почему в перископ не заходит Тони Раут? Не умею. Да. Никто не зовет его. Я играю Телеграм. У него вся батарейка садится там. А почему не снялся в клипе? Не смог просто по времени подъехать туда. Но это не значит то, что я не заценил эту идею. Как бы просто не получилось. Я просто не звал. Угу. Пиздобол. Пиздобол. Да. Когда Версус? В четверг. 4 числа. Да, я не знаю, правда, в какой месяц, какой год, но это будет четверг, я убежден. Практически точно, с вероятностью, наверное, процентов 60, это будет четверг.
Краснодар, Ростов, я думаю, да, мы приедем весной. У нас планируется большой тур. Кстати, по поводу новостей. Странно говорить, что планируется большой тур, когда мы еще один большой тур не закончили. Короче, весной у нас, скорее всего, будет тур Best of, типа все лучшие треки, которые мы писали на протяжении всех лет. У нас такие есть еще? У тебя нет, так только мои треки будут, братан. Поэтому ты как всегда, как бэк МС будешь. Те, которые ад, да? Ад, да. Будешь вытанцовывать сзади, как бэк МС. Своей лунной походкой. Вот. Так, Рязань в туре. Так Рязань же только сейчас была, мы же один раз в год только приезжаем. Ограничения будут? Да, ограничения. Мудаков больше не будем пускать на концерты. Это единственное ограничение. Периодически они встречаются, короче, на автограф-сессиях проявляются люди с не очень хорошей стороны. Некоторые, но в основном все адекватные. Где твоя жена, господи? Можешь обращаться ко мне просто, Гарри. Тебе покажем. Всем привет. Сейчас надо узнать, тут развестись, короче, в этом городе. Видела бы свой танец. Убирайся отсюда. Уходи. Спасибо. Не уходи, пожалуйста. Все пошло продавать? Давай. Понятно. Да, Ярославль, круто. В Ярославле круто было. Очень круто относимся к Ярославлю, потому что первый наш концерт самый был здесь, как бы было здорово. Релиз 2517, блин, вот так и не послушал, к сожалению, потому что в туре ничего не скачать, и я очень хочу послушать, и Бледному было 40 лет, и я его поздравил в Твиттере даже 40 лет. Я думаю, ему лет, не знаю, года 32, там, как-то так. Рекорд, сука! Мне кажется, он так орет просто, чтобы он знает, что это попадет в трансляцию, да. Чтобы все думали, что он круто играет, на самом деле. В инстухе сидит, наверное, лайкает, короче. Как тебе релиз Bumblebee? Не слушал. Если крутой релиз, то киньте мне ссылку в Твиттер. Потом, через несколько дней. И я скачаю и послушаю. Если честно, не знаком с творчеством, но если это действительно круто, рад буду познакомиться. Так, когда концерт в Москве, Антон? Антон это который второй, я Игорь, но, в общем-то, я могу ответить, что у Антона, что у Игоря концерт будет весной в Москве, обязательно. А, когда, блядь, в Томск? Весной. Тоже весной, соответственно. А, футбол вчера? Нет, не смотрел, у нас вчера был концерт, мы же без выходных фигачим, и я был, конечно, в шоке по поводу того, что проиграли Катару, то есть... Я понимаю, что мы бы вот сейчас здесь собрались бы в команду и проиграли бы Катару, но это уже просто дно, мне кажется, некуда уже падать дальше, можно проиграть Лихтенштейну еще. С футболом здесь, конечно, тяжко. Я посмотрел, действительно, футбол Краснодар против Шальке. И что-то еще я посмотрел. А, Наполи-Ювентус, и все. Вернее, Ювентус-Наполи. Два матча за три недели. Такого никогда не бывает. То есть я только в туре так редко смотрю. На самом деле, каждый раз хочу уделять больше этому времени. Так, я пропустил здесь вопрос про... Вообще, я, блин, пропустил почти все вопросы. Сейчас занимаюсь, сейчас, братан, только в качалку хожу, как бы ничем не занимаюсь. Сейчас я занимаюсь турами, на самом деле, то есть только такой, когда время есть, спорт, знаешь, ну, типа непостоянный. Вот, тем более, как вы знаете, из предыдущей истории я там загремел в инфекционку, поэтому сейчас только восстанавливаюсь, сильно похудел. Я думаю, что к Новому году буду набирать, заниматься дальше. Поэтому пока сейчас вот ближайшее время только спортзал обычный, типа тренажеры, там железо. Да, на матче Зенит хожу, да. Давайте еще парочку вопросов последних, там уже просто у нас уже скоро запуск будет, нужно там типа зубки почистить, умыться там, чтобы не это самое, не шокировать запахами пиццы и жульена всех, кто будет, блевотины, кто будет стоять на первом ряду.
Итак, в какой гостинице остановились? В Вологде мы не останавливались в гостинице, мы приедем, выступим и поедем уже в Санкт-Петербург, потому что готовиться нужно, у нас там будут металл-звезды. Все, да? Да, спускай. Да. Сейчас. Подожди, сейчас два вопроса еще отвечу, и все. И все будет огонь. Ты мне что-то хотел сказать? Ну, бегу. Да, все, сейчас. Сука, ебаные игры, это очень нахуй. Так. А кто у вас спиздил мерч? А мерч, слушай, у нас не в этом туре, а? А, блин, я уже не помню, это в этом туре или в предыдущем? Короче, кто-то пытался, да, в Минске. Да, в этом туре. И в прошлом в Курске пытались, в этом в Минске пытались спиздить мерч. Да, жестко все перемешалось просто. Да, ладно, мы к Беларуси очень хорошо относимся, и к концертам в Минске тоже. Все, давайте самый последний же вопрос и все. Кроме городов, конечно. Вопрос, ты нацист? Нет, я не нацист. Все, хорошего вечера. Приходите в Петербурге на концерт 13 ноября. Покупайте альбомы «Лик смерти» и «Саспенс» в iTunes, Google Play и так далее. И подписывайтесь на социальные сети wiki.com/dropdbenko и мой инстаграм mr.makintosh и twitter.com/dropdbenko. Все, пока-пока.